дня або доброго ранку, як більше вам подобається. Дуже приємно, що ви зібралися саме тут, в нашій школі. Можу сказати, що майстер-класи ми проводимо досить регулярно, але саме з вами спілкування, наскільки я розумів, у нас таке більш-менш перший раз, так? Але мені дуже приємно, що саме з Київської області зараз у нас гості, які розуміються дуже гарно в музиці, розуміються в сучасних формах. Я знаю, що дуже багато шкіл Київської області, вони мають дуже такі численні нагороди. І тому все, що ми будемо робити сьогодні з вами, це, на мій погляд, для вас має бути дуже близьким і зрозумілим. Оскільки саме викладачі, ті, які займаються, ну, може, не джазовою, але сучасними якісь формами музики, приїхали сьогодні до нас. Я маю надію, що це хоч і перша, але далеко не остання наша зустріч. Ми будемо запрошувати вас і надалі на наші мероприємства. Останнє, найближче, що буде у нас, це 25 і 26 цього місяця. Це унікальна подія в нашому місті, парад біг-бендів. 9 біг-бендів будуть виступати на нашій сцені, в нашому великому залі. Зараз ми в малому з вами знаходимося. Будь ласка, якщо буде бажання і можливість, будемо дуже раді вас тут бачити 25-26 лютого. Отже, сьогодні свого роду майстер-клас по сучасним формам музикування, по імпровізації, по якомусь баченню, мабуть, сучасних форм виховання дітей. І, мабуть, не тільки дітей, оскільки тенденція зараз в нашому осередку, я не маю масі тільки нашу школу взагалі, в нашій сфері з вами, надавати максимально велику кількість послуг і дорослим. Наприклад, скажімо, в нашу школу дуже багато приходить і студентів вишів, які займаються так чи інакше сучасною музикою, і навіть просто людей, які хотіли би підвищити свій фах на майстер-класи, або просто навчитися чомусь в тій сфері, в якої ми всі з вами займаємося. Отже, я думаю, нема сенсу мені дуже багато розповідати щось, що буде відбуватися. Кожний з викладачів, який сьогодні вийде на цю сцену, він дуже відома особистість в сфері, якій вона займається, скажімо, вона дає майстер-класи не тільки в нашій школі, чи по Україні, чи по бувшому СНГ, навіть в Відні, це говорить, мабуть, само за себе. Також і пан Шуліков, який буде виступати перед вами, то відома особистість, ті люди, які ці цікавилися популярною джазовою, особливо музикою, знають його дуже давно, як найвідомішого в нашій державі імпровізатора. Але я думаю, краще за все вони самі з вами розповідають, будуть відповідати на ваші питання, може, як треба, захочете залучати вас сюди. Тим більше, то я бачу сьогодні нашого викладача, як я з ним працював дуже багато років, зараз він має свою справу, як кажуть, але все одно ми дуже раді бачити вас. Саме тут у нас. Отже, розпочинаємо наш майстер-клас. Дякую. Будь ласка, наш викладач, людина, яка керує кафедрою фортепіано, чи як правильно? Фортепіано. Просто фортепіано. Рада Петрівна Загорська. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Я дуже рада вітати вас в нашій школі. І перш за все, я хочу подякувати, що, не дивлячись на погоду і такий сезон, ви приїхали до нас. Я розумію, що тут зібрались люди творчі, люди, які знаходяться в якомусь пошуку, що їм все цікаво. І з цього приводу я роблю такі висновки, що ми з вами однодумці, а це для мене дуже головне. І я сподіваюся, що наша зустріч буде цікавою і корисною для і вас, і для нас, бо я дуже буду рада, якщо ви теж будете ділитися. До речі, я коли сказали, що я повинна, ну не повинна, що я буду виступати і на такому зібранні, то мені хотілося, щоб це було в рамках якогось там круглого стола чи якось такої конференції, якої я не тільки от ми будемо щось розказувати вам, а ви будете теж ділитись, і я вважаю, що вам є чим поділитись, бо я бачу, що ви люди з досвідом і теж маєте якісь наработки з цього приводу.
Хочу вибачитись, я дуже часто буваю в Київській області, я працюю з курсами підвищення кваліфікації, може хтось мене вже бачив, і я свою лекцію завжди іншою мовою розказувала. І мені хочеться в повному обсязі розказати всю ту інформацію, поділитися з вами тою інформацією, яку я приготувала для вас, тому що я прошу вибачення, бо я працюю над цим, і може наступного разу я вже буду розказувати українською мовою, але мені все ж таки здається, що краще суть, яку я можу вам розказати, а не мова. І якщо я дякую вам за розуміння, і якщо ви не заперечуєте, то я прийду на ту мову, на якої мені зручно поки що розмовляти. Так, і так імпровізація. Значить, діло в тому, що я зразу говорю одно і то же завжди. Я не імпровізатор. Я взагалі не маю ніякого к этому отношення. Я чоловік, який отримав класичне образування. И в те годы как-то это было не особо распространено, принято, и вообще никаких методик на этот счет не было. Мой путь был определен моими родителями, поэтому меня вели по профессиональному пути в тех рамках, которые вы все знаете, которые мы все прошли. Когда я начала заниматься с детьми, меня начала очень напрягать эта ситуация, когда дети мои сыграть ничего не могут. Но не в том плане, что они не умеют пальцами шевелить, а в том смысле, что они находятся в двух состояниях. Либо они готовятся к этому концерту, либо они его уже сдали. И какой-то момент, что у них что-то еще остается, кроме этого, у них нет ничего. Они не умеют, как это говорится, музицировать. То есть они не умеют, даже если взять самый простой вариант, подобрать мелодию и к ней аккомпанемент. Я сейчас не буду говорить о каких-то высоких материях. Импровизация – это уже какая-то топ, знаете, такая вот ситуация, когда уже связано и с композиторскими моментами и так далее и тому подобное. Это уже действительно на какой-то базе нужно основывать. Об этом, наверное, расскажет Сергей Алексеевич. Я буду рассказывать о вещах простых. Мои наработки, как человека, который делать это не умел, но все время находится в поисках каких-то методик и что-то уже нашел. Вот если вам это будет интересно, я с этим поделюсь. Значит, что прежде всего, с чем я столкнулась, и, наверное, вы с этим сталкиваетесь, и без чего просто невозможно вообще говорить о каком-то музицировании. Это теоретическая база, на которой что-то должно строиться. Это правда ведь, да? Мы все столкнулись с тем, что дети не знают каких-то основ, и получается все, что мы пытаемся с ними сделать помимо нот, оно становится таким каким-то попугайничанием. Мы просто, вот, деточка, тут что-то тут нажми, тут что-то это нажми, и никакой базы не возникает. Вот это меня тоже, кстати, абсолютно не устраивало. И мне нужна была четкая, ясная методика, которая вот последовательно будет обучать, нанизывая как-то один навык на другой. Кстати говоря, проблема эта ставилась довольно давно. И еще в 1973 году в журнале, как если вы помните, такой был журнал «Советская музыка», профессор Мальцев опубликовал статью, в которой написал о проблемах Однобокова, вот я не помню точно название ее, но так вот было в этой статье, была изложена такая идея об однобокости музыкального образования в музыкальных школах, которая стала почему-то вот просто первым звеном к профессиональному образованию, как они считали, что это неправильно. Но это я с этим абсолютно согласна, потому что даже в те годы далеко не все, понятно, становились музыкантами, а уже о сегодняшнем времени и говорить не приходится. Поэтому проблема эта стояла остро. Тогда она стояла остро позже, и она по-прежнему остра. Вот, как-то она по-прежнему не решается. Причины этого, ну, не мне, знаете, не в рамках нашей сегодняшней встречи об этом говорить. Причин, на самом деле, наверное, много. Вот, и я считаю, что одна из них – это такая какая-то глобальное несоответствие программы сольфеджио с программой фортепиано. Мы абсолютно не стыкуемся с другом. Эту проблему еще ставил Игорь Рябов и Полянский в свое время, когда создавали свою методику. Эту проблему ставил Баренбойм в своем знаменитом учебнике «Путь к музицированию» и так далее, что нету базы, а мы не можем опереться ни на что. Получается, что педагог фортепиано обязан был всем сразу быть, понимаете, он должен быть и преподавателем сольфеджио, и преподавателем фортепиано. В каком-то смысле мы так, собственно, и делаем, потому что приходит к нам маленький ребенок, и мы что делаем? Мы ему учим нотам, правда, мы его учим длительностям и прочее, и прочее. Но когда уже мы углубляемся и начинаем говорить о функциях, о тональностях, тут уже извините, а когда нам заниматься собственным делом? У нас свои задачи, и я вам не буду рассказывать сейчас, какие, вы все их прекрасно знаете, все собрались именно пианисты.
Поэтому вот эта основа, вот этой базы нет, может быть, в этом и, так сказать, ключ проблемы, и вот где собака зарыта. Почему, собственно, этого и не происходит? Ну, как бы не мне судить, наверное, все-таки проблем много. Мы это все отдаем на откуп, так называемое, вот дано от Бога. Знаете, вот от Бога. Вот человек такой слухач, и он сам играет, он что там сам подбирает, ему это дано, ну и хорошо. А вот кому не дано от Бога, то, значит, ничего. Ну, давайте Бога оставим в покое, вот у него своих забот хватает, а подумаем о том, как бы вот решить эту проблему, но вот я ее для себя вот все время решала. Значит, что касается теоретической базы. Вот тебе представьте, я как бы отступительной части уже отхожу, начинаю основную часть своего выступления. И представьте ситуацию. К вам пришел маленький ребенок. Он еще ничего не умеет. Мы начинаем его учить. Наша задача главная – ставить ручку. Так ведь, да? И вроде как не до того. Ну, это правда, потому что само по себе музицирование, вот Никита у меня сегодня будет что-то нам показывать, то, что мы подготовили, он уже ученик второго класса, то есть навыки какие-то набрал. Но первый класс тоже терять не стоит, как по мне, потому что в чем главная проблема, почему мы не можем добавить что-то? Ребенок не знает, вот три момента, ребенок не знает ни тональности, да, ни понятия тяготений, вот что для очень важно для этого момента музицирования. И ритм, ну, как бы, не то что плавающий, но такое, знаете, мы решаем эти проблемы до седьмого класса порой. Значит, каким образом я пытаюсь решить эту проблему, не дожидаясь, пока об этом сделают преподаватели теоретических дисциплин. Пожалуйста, я вас очень прошу не подумать, что я там бочку качу на преподавателей наших теоретических дисциплин, они все замечательные, сейчас вот и Никита учит, прекрасный педагог, прекрасные педагоги, но они тоже связаны с своими программами, они тут, в общем-то, в каком-то смысле ни при чем. Они учат тут до мажор, через какое-то время сибемоль минор, мажор, потом соль минор, ну и так далее. И все это распадается на какие-то клочки, нету никакой картины мира. То есть понятие квартоквинтового круга у них по программе в седьмом классе. Понимаете, когда поезд ушел давно, они заканчивают музыкальную школу, и тут им наконец-то открывается или не открывается уже, потому что тональности никак не знали, так и не знают почему-то. И поэтому что уже мне толку от того, что они там где-то в седьмом классе будут это знать или там поймут, или наконец-то вот эта взаимосвязь между тональностями вдруг осуществилась. Мне от этого не легче. Они все равно ничего не знают в процессе пути, который я их, так сказать, учу. Поэтому я что делаю? И, значит, первое, что ребенок, который еще ничего не умеет, мы ему ставим ручку, но он же может выучить фа до соль ля ми си си ми ля ре соль до фа, да? Если такой ребенок смышленый, как Никита, он это выучит и сам. Я ему записала в дневничок, он это выучил. Если ребенок туго и родитель не очень поддерживает, потому что здесь у мамы музыкант, и она поддерживает, естественно, все наши начинания. Но если нет, то, знаете, буквально что здороваемся. Здрасте, такое музыкальное приветствие. Или ушел по-английски, не прощаясь, у нас ушел пан по-музыкальному, сказав си миллиард соль до фа, или фа до соль ля ми си. Это несложно, это просто такое себе начало. Да, я еще хочу попросить прощения, что я буду говорить, может, банальные вещи, или которые вы уже слышали, но я ничего не могу сделать, потому что, знаете, я никогда не знаю, кто меня слышит первый раз, а кто не первый раз, поэтому, ну, я не могу вырывать что-то из контекста. Вот как работаю, так я вам излагаю. Итак, значит, выучил он это. Хорошо, теперь тональности, вот эти самые пресловутые. Я понимаю, что сложно маленькому ребенку объяснить понятие тонально-квинтового круга. Ну, может быть, и не надо. Я искала массу способов, как сделать так, чтобы ребенок знал все тональности сразу. Ну, как вот это сделать? Перебрала их много. У меня мама теоретик, музыкант. Она мне там что-то давала советы. Все равно получалась какая-то громоздкая система, которая занимает много времени. Самую простую систему я для себя нашла. Воспримите вы ее как на вооружение, как повод делать то же самое. Это как бы уже вы решаете сами. Я вам просто показываю. Это самый простой способ, который может быть. Я хотела к инструменту подойти, но все музыканты и так поймут, о чем речь. Правая ручка у нас отвечает за диезы. Левая ручка у нас отвечает за бемоли. Мы ставим первый палец на ноту до и говорим ноль. Потом пятый палец у нас уперся в ноту соль. Естественным образом уперся. Да, квинта. Один. И пошли. Два, три, четыре, пять, фа, диез, шесть, семь. Нет чудес. Ну, то же самое с левой по бемолям только. Ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Значит, нет чудес. И вы все педагоги прекрасно знаете, что наше дело повторятельное, да, что не бывает такого, что вот, ох, понял ребенок, на следующий день он уже блестяще знает все тональности. Это из области фантастики. Мы не фантастики, мы реальные люди, и мы знаем, что такое повторение. Но
Знаете, мой опыт показывает, что если это делать действительно регулярно, а занимает это крайне мало времени, то через какое-то время ребенок тональности знает. Он еще может ошибиться, он может ошибиться десятки раз. Ну и что? Зато он это будет делать в первом классе, а не в седьмом, когда уже все, когда он уже уходит из школы и ничего из нее, кроме ряда пьес, которые он выучил по нотам, ничего больше не получил, что мне как бы обидно. Вот. Он знает, если вот это вот дело как бы немножечко потренировать, ну просто в начале урока занять 3 минуты этим делом. Хорошо, он это выучил, ну в смысле он это понял. Потом дети делают смешно, знаете, там сколько знаков там в ре-мажоре, ребенок делает так, ну, уже, ну я ему разрешаю ручками, а тут он подсчитывает, значит, сколько у него там знаков, но находит, да, ошибется, ладно, ошибется, но все равно я эту проблему должна решить в первом классе. Хорошо, мы решили, ручка потихонечку у нас уже налаживается, и уже вопрос, который мне когда-то еще, когда я только начинала заниматься педработой, мне задала ученица пятого где-то класса, когда я уже, знаете, просто, что, грубо говоря, взбесилась, я говорю, Маша, да что, сколько же можно уже не брать эти ключевые знаки? Какая тональность пьесы? И, знаете, Маша с ужасом мне говорит, что это тональность? О, думаю, ну, поезд пришел, конечно, и уже ушел. Что это тональность? Ну, как-то, знаете, уже такие вопросы ребенок мне задает. Кстати, о тональностях. Не знаю, как это делаете вы, и я говорю, с удовольствием бы послушала вас. Я вот, что такое тональность сама по себе? Я говорю, что, знаете, ты знаешь, вот есть в музыке такое вот понятие «дом родной каждой пьесы». Это называется тональность. У каждой пьесы есть свой домик. Тональность. И в домике есть хозяйка, называется тоника. Тоника. Кто, к ней все нотки стремятся, к ней мы этой тоникой заканчиваем. Способов услышать, какой-то гармонически развить слух, и вот этот момент тяготения, это то, что второе я вам говорила, то, что дети должны вот ощущать и понять этот принцип, это вот уже воспитание идет, этого момента, потому что начинаешь вот потихонечку детским языком ему это все рассказывать, чтобы понять вот эту саму форму, вот эту вот структуру, как это, собственно, все это строится в нашем музыкальном мире. И вот это понятие тяготений, мы не можем ребенку объяснить, что это суть музыки, развитие музыкальной мысли, которая основана на этих тяготениях, вот к сильной доле. Но это будет, понимаете, долго, нудно и неинтересно. Ребенок уже заснет к тому времени. Но показать ему эти образцы, вот посмотри, вот это главная тоника, а вот субдоминанта-доминанта, которые вот ближайшие подружки, они в каждой этой тональности существуют, и тянутся. Почему? Вот они тянутся, к особенно доминанта, вот нотки, которые окружают вот эту, посмотри на этот аккордик, вот где наша тут тоника. Вот она, они окружают и вводятся в нее, они называются у нас водными. Вот эта вся терминология, она не занимает действительно много времени. Мы можем продолжать заниматься своим делом, пианизмом, скажем так. Но это уже как бы входит в эту маленькую головку, и картина мира, как мне кажется, пусть даже маленькая щелочка, но уже каким-то образом открывается. У нас есть такая игра с детьми, не помню, играла с ней Никитой, ну, по-разному, с каждым ребенком все по-разному происходит. Называется игра «Разбуди Моцарта». Вы знаете прекрасную эту историю, как папа Моцарт Леопольд будил своего сына, он играл какую-то доминанту, вот бедный ребяш, несчастный ребенок, который не мог уже спать с этой доминантой в ушах, он просыпался, подбегал и разрешал. Является ли это правдой или легендой? Ну, легенда, если легенда, то красивая. Вот, поэтому у нас разрешит тонику, на глазах происходит, даже если ребенок еще не очень слышит, но если он уже понял, что вот нотки, которые тяготеют, да, вот найти вот эту тонику, как бы, на ушком, а если ошибся, то тоже неплохо, потому что, как бы, вот видите, ну, не туда попал, не в тот домик ты попал, не то, так сказать, сыграл. Ладно, это так смешно иногда бывает с детьми, когда, знаете, пришел домой, вроде бы уже, вот-вот, уже дом, уже доминанта, мы уже вот подвигаемся, и почему не тот дом? Ну, как бы детям это бывает забавно. Так, это второй момент. Значит, развитие вот этого вот слуха настроенного, хотя, опять же, вот это дело, по идее, педагогов сольфеджио, и очень хотелось бы их, конечно, поддержки в этом направлении, что вроде все это и делается, понимаете, но как-то это так все делается, что все остается больше в теоретическом каком-то, в головках этих, чем практически, потому что тоже мне, знаете, тоже одна ученица, или помню даже ее папа, который очень активный, всегда ходит, всегда выполняет задания, он мне где-то на уровне 4 класса, мне спрашивает, что это вот такое значит?
знаете, они рисуют вот на уроках сольфеджио вот эти стрелочки, да, все правильно они делают, это тяготение, правда? Но они не поняли, что, чего, куда, зачем, вот что это мы рисовали такое вот к тонике, что это мы делали, вернее, даже не сказали слово тоника, просто вот эти стрелочки, все вроде теории поняли, а на практике ничего. Теоретики могут меня упрекнуть, да, но у нас не наше дело, как бы вот практика это ваша. Ну, опять же, а где вот эта вот связь между тем и другим, непонятно. Так, третий момент, который тоже просто обязан присутствовать, это ритм, да. Ну, вот, вы знаете, я не знаю, как у вас, но я поняла, не поняла, вернее, а увидела такую проблему у детей. У них нет понятий именно что-то отдельно. Метр-ритм, да, метроритм. Мы говорим все время метроритм, и тем не менее, у детей, когда вот эти вот ритмические формулы наши, ритмические фигуры, они как бы не то чтобы отдельно существуют, вроде бы присутствуют вместе, но это надо, что называется, конкретно вот об этом поговорить и конкретно этим заняться. Вот что такое метр, а что такое ритм. Вот у нас такая есть игра, называется метроритм в классе. Я метр, нет, в основном дети метр, это легче, а я ритм, да. Вот, значит, они там себе хлопают свой, я настаиваю на том, чтобы сильная доля была слышна ярче, это тоже понятие сильная доля рассказываю. Вот, ребенок там хлопает, а я вкладываю туда какой-то определенный ритм, да, что вот это вот какое-то понятие, что существует вот эта дольность, вот эта четкость. Ну, там всякие бывают разные смешные истории, я говорю, знаешь, вот ритм, метр, это такой четкий, правильный товарищ законопослушный, ему сказано, вот там написано три, вот три четверти, там три, да, вот он три себе и хлопает, ему плевать, какие у тебя там ритмические фигуры, а ты уж там выкручивайся как хочешь. Ну, вот это вот понятие как бы дольности должно присутствовать, это во-первых, а во-вторых, если уже говорить о каком-то музицировании, то вы же понимаете, что понятие ритма, ну, является как бы первоосновой всего, и вот если ребенок еще плавает в этом деле, то тоже что-то такое ему втолковать в плане, вот давай что-нибудь там или посочиняем, или подберем и так далее, очень сложно. У меня есть книжка, которую я хочу вам представить, если кто-то ее уже знает, то и пользуется ею, вот я очень рада, но если нет, то могу представить такую книжку, она издана у нас в Харькове, автор Альперович, называется она «Чтение с листа», но она чрезвычайно удобна для маленьких детей, которые еще не музицируют, еще не начали, не приступили к этому процессу, а вот только мы их настраиваем на непосредственно игру на фортепиано, то есть налаживаем процесс, а что-то уже мы хотим и ритмически добавить. Вот эта книжка, я считаю, идеальная. Почему? Потому что написано, сейчас вы увидите. Где она у меня тут? Вот я тут закладочки для удобства сделала. Вот такая книжка. Вот, в Харькове издана и продается в Киевской консерватории в нотном магазине. Можно заказывать. Я уже тут многим людям, живущим в области, когда книжку эту демонстрировала, даже заказывала, и можно ее заказать, и люди потом, и даже они пересылают, даже новая почта, если вы заинтересуетесь такой книжкой. Значит, чем она хороша? Здесь есть вот эти вот самые ритмические формулы, очень удобно в эту игру играть, потому что они написаны крупно, они написаны разнообразно. Тут, конечно, настрой идет на чтение с листа, потому что, ну, автор учебника тоже понял, а какое чтение с листа, если ребенок не чувствует дольности, не чувствует вот этих ритмических фигур, и ему все сложно, у него все эти ритмы, когда он с ними сталкивается в нотах, они у него распухают, знаете, за пределы такта выходят, потому что дольности не ощущает. Вот начало прямо, вот смотрите, вот такие вот замечательные упражнения, когда ребенок просто хлопает и шлепает, вот, ну, это у нас там есть моменты, когда он должен там хлопать, шлепнуть. И все вот варианты ритма, например, на двудольных вот здесь присутствуют. Причем, как вы видите, с реприза. Я это делаю каким образом? Ты один раз это сделай, потом делай на память. Потом, если уже ребенок так поднаторел, потому что их здесь много, они тут разнообразные, я сейчас покажу. Тогда ребенок делает так, вот смотрите, когда он должен, ну, это уже как ближе к чтению с листа относится, ну, хотя ритмически тоже. Он это прохлопывает, и когда я закрываю, он уже должен, хлопая то, смотреть сюда, понимаете, да, и уже этот вот этот ритм ощутить. И опять же сильная доля, это важный момент, сильная доля, которую он должен ощутить, потому что у нас тут двухдольный размер. Опять закрываю и так далее. Вот, замечательная совершенно книжка. Сейчас я вам просто покажу то, что я... Вот такие, называется, читаем ритмоблоки.
Видите, тут уже четырехдольный ритм, ну тут все есть, понимаете, тут весь теоретический материал, который вообще нам нужно детям как бы внушить, вот он здесь, очень доступно, такие математические фигуры по поводу ритма и так далее и тому подобное. Сейчас я вам покажу то, что... Вот смотрите, тут еще развитие и реакции, и, так сказать, скорости какое-то восприятие вот этих ритмических фигур, вот, например, такие партитурные записи. Очень классно, потому что здесь ребенок должен проговорить этот текст. Сам, ну, тут предлагает автор учебника, что учитель говорит. Ну, вот у меня, например, дети маленькие, вот они проговаривают, там, вез корабль, корабель, там, наскочил корабль на мель и так далее. А здесь в это время он что-то должен сделать ножками, ну, ручками там похлопать, а здесь он должен похлопать в ладоши. То есть воспитывается реакция, чувство ритма и, ну, как бы, что касается чтения с листа, вам, пианистам, будет это важно, да, что у нас тоже большая проблема. То, конечно, очень хорошо ребенка развивает. Даже динамические оттенки. При том, что хорошо в этом учебнике, что очень много повторятельных моментов. Да, вот выучили какую-то песню, потом мы ее повторяем, но она уже усложняется. Вот, например, здесь уже добавляются динамические оттенки. И тоже вот здесь уже ребенок должен этот ритм прохлопать, там, допустим, пиано, тут форте, тут он уже должен сделать диминуэто, потому что это соответствует этому, как этому, стишку. Там стишок такой, что на окне горячем спит, и одной ноздрёй горит, надо узнать, храпит, узнать, там, разгадать загадочку, тут диминуэндо делаем, тут крещендо, ну и так далее. Да, сейчас я тут еще одну штучку покажу и с ритмом закончу. Сейчас мы уже Никиту пригласим, что-то. Вот смотрите, какая удобная штука. Здесь показывается ритмоблоки на 3/8. Вот все, видите, крупно показаны все эти варианты, да, какие возможны. Тут уже идет тоже упражнение на этот счет. А вот здесь, сейчас тут у меня где-то была замечательная штука, мне понравилась, потому что это я использую уже, когда начинаю музицировать с детьми. Вот такая вот песенка, она идет на 2 доли. А здесь как ее превратить на 3 доли? Это тоже не я придумала, и даже, наверное, не автор учебника. Это еще делал Баренбойм, когда он менял ритм какой-то песни. Ребенок должен был как бы сообразить сразу, поменять для себя вот все, структура ритма поменялась, и он уже как бы существует там, не можно, в вальсе или в польке, или в марше. Мы сейчас вот попробуем с Никитой это все показать. Вот. Но прежде чем вообще этим заниматься, конечно, ребенок вот должен вот такого рода теоретическую базу получить. Теперь, что касается уже конкретных вещей. Вот мы уже какую-то базу получили. Ребенок уже знает, например, тональности, как-то освоили, диезы, бемоли, ритмические эти фигуры. Мы уже им нахлопались, мы уже немножко ему поставили ручку, и он уже что-то может играть. Тут мне в помощь идет методика Елены Владимировны Ильиной, которую я все время представляю и все время о ней рассказываю. Почему эта методика меня устроила? Потому что она последовательна. Вот здесь вот уже все четко. Я, конечно, к ней добавляю, практика моя личная, показывая, что там что-то надо, может, не изменить, но во всяком случае чего-то добавить. Ну, например, что добавить? Вот она, естественно, проповедует начинать с до мажора. И я абсолютно с этим согласна. До мажор, понятно, что детям и проще, и пусть они его освоят, а потом уже как бы дальше двигаются. Я с этим согласна, но я как поняла на практике своей, что засиживаться тоже особо не надо. И если мы... Никитка, уже можно подтягиваться к инструменту. Давай, детка. Если мы долго будем сидеть в домажоре, то действительно из него потом сложно выбираться. Знаете, уже когда начинаешь, а вдруг, ну так, знаешь, уже мы же так привыкли к этому домажору, что там какой-то соль-мажор. Ну, я поэтому сейчас это делаю немножко быстрее. Если мы играем вот эти упражнения, сейчас Никита их покажет, но мы не будем показывать просто, что за неимением времени все, что там, вы понимаете, как это, какие-то основы. То есть мы потом начинаем это делать в разных тональностях, чтобы ребенок все-таки к нему не привязывался, к этому домажору, а то, знаете, получится как в том анекдоте, когда спрашивают, скажи мне, какая доминанта в соль-мажоре, он говорит, ну так это же так и есть и доминанта, что там еще искать, это же так доминанта. Поэтому, чтобы такого не было, и понимание того, что в тех тональностях тоже все то же самое, это, как бы, мне кажется, что важный момент, и гармонический слух развивается, и опять же тональности в плане того, что знаки там какие-то и так далее и тому подобное. Значит, с чего? Ну, все-таки в домажоре. Сейчас мы все покажем в домажоре. Итак, упражнение. Упражнение — это просто набор фактур аккомпанемента. Да, вот аккордовые. Никита будет показывать на 2. Мы на 4 октавы играем, но на 2.
тоника, субдоминанта, доминанта. Вот те самые пресловутые те тоника, субдоминанта, доминанта, которые никто не знает. Вот мы их играем, чтобы они уже к ушам прилипли, как говорится. Давай. Так, достаточно, достаточно. Альберти в бас тоже. Попутно объясняем, что зачем нужно стилевые моменты. Очень важно объяснить, потому что зачем мы потом это применяем. Давай, классическая музыка. Если хотим что-то в этом стиле сочинить, нам понадобится такой бас. Так, замечательно, достаточно. Частушечный аккомпанемент тоже очень популярный. Да, для изображения чего угодно. Давай на двухдольный размер. Достаточно, Никитка. Так, вальсовый. Вальсовый, понятно. Отлично. Так, и блуждающий бас, который как-то нас приближает все-таки к джазовой музыке. Ну, во всяком случае, хоть какие-то элементы. Давай. Так, достаточно, молодец, хорошо. Вот, ну вот познакомились, но, как понимаете, упражнениями сыт не будешь, и надо их тут же где-то применять. Как мы их применяем? Значит, первое, что знакомим с жанрами. Вот, собственно, какому жанру соответствует там тот или другой ритм, или то и другое упражнение и так далее. Значит, мы играем, первое, что мы играем, это частушка. Частушка с проигрышами, да, ну, вводится много всяких разных понятий. Это и гармоническая фигурация, и мелодическая фигурация и так далее. Сейчас покажем. Частушки — это пока гармоническая фигурация в проигрыше. Но для начала играется частушка просто частушечным аккомпанементом. Мы набирали всякие там смешные тексты детские, или дети сами сочиняли, пели эту частушку сами по себе, сами себе аккомпанировали. Давай, Никита, петь мы не будем, но вы поняли, что такое частушка. Могу, конечно, спеть, но вы понимаете, о чем речь, да? Спеть я могу. Поехали, давай. Так, замечательно. И проигрыш, пожалуйста. От примы. Тоже понятия всякие новые вводятся. От примы. Нет, это не вальс, зайчик. А теперь давай от терции для ускорения процесса. От терции. Та-та-там. Это от квинты тоже неплохо. Давай. Пусть будет, пусть будет. Играй. От квинты. Давай, от квинты. Та-да-дин. И сделай какой-нибудь красивенький каданс. Какой у нас там есть? Каданцы мы... О, чудесно. Ну, на каданцах можно оттянуться, честно говоря, потому что дети их любят сочинять. Так, хорошо. Теперь у нас... Миша засмеялся, да? Сильный каданс у нас получился. Ну, они разные бывают. Ребенок... А? Веселый, да. Хорошо. Это первый жанр, с которым мы знакомим. Он нас пригодится. То есть, такой аккомпанемент, такой ритм, все понятно. Полечка тоже на две доли. Но тут вводится понятие мелодической фигурации. И полечку мы такую играем трехчастную. Так как нам еще мы не особые сочинители. И в средней части, как я уже детям рассказываю, они мне говорят, третья часть, вот я говорю, первая, третья, одинаковая, средняя, другая. Они мне говорят, ну, прям бутерброд с колбасой. Вот колбаска у нас внутри должна быть. Ну, колбаску мы еще не можем особо сочинить, поэтому используем проигрыши. Поехали, полечку. Давай, с мелодической фигурацией. Двухдольный размер. Давай. Каданса. Та-та-там. Это спонтанно. Мы ничего не готовим. Специально особо, честно вам скажу. Я этого очень не люблю, никаких натаскиваний. И маршик, да, следующий жанр, с которым мы знакомы, это марш. Давай, Никитка, марш, тебе помочь с маршем. Мы вводим тут понятие циркового марша, его не так просто сыграть, но играем. Тут опевание, просто квинты. Давай, поставь четвертый пальчик.
Можно и так, конечно, пожалуйста. Я тебе показывала там какой-то ход. Помнишь, такой так? Да. Так, субдоминанта. Да. Как видите, непростой. Да. Да. Так, и, ну вы поняли, да. Это мы еще доучим. Как бы показ ритма, какой вот четкость этого ритма, изменился размер и так далее и тому подобное. Так, а теперь мы вам хотим показать, каким образом мы используем вот в своей работе подобные такие наработочки, да, потому что тоже, ну, познакомились с жанром и познакомились, а что значит делать с ними дальше? Мы берем любую первую попавшуюся песню. Главное, чтобы эта песня была в трех функциях хотя бы, тоники, субдоминанты, доминанты, чтобы там не было других гармоний, потому что это пока что еще не соответствует нашему уровню. Мы еще пока вот в этих трех существуем. Мы берем песню, работа у нас такая. Никита мне играет, я играю песню. Дети сейчас, к сожалению, песен этих старых наших не знают, там Мишка с куклой, допустим, ну не знают они эту песню. Ну какая разница, я ее играю, знакомимся с песней, а Никита мне аккомпанирует. Давай, я играю, а ты мне просто частушечным аккомпанементом, почему важны названия, да, мы играем, давай. Попробуем поимпровизировать на эту тему. Для начала, естественно, ребенок сам играет эту песню, перенося частушечный аккомпанемент в левую ручку. Давай. Просто в левой ручке ты играешь, да? Давай. Играем эту песню, просто чтобы вас как бы не удавлять длительностью процесса, потому что суть хочется показать. Значит, что мы можем с этой делать песенкой на основе того, что мы уже умеем делать? Даже если мы умеем делать, еще не очень много. Во что мы можем эту песенку превратить? Мы можем попробовать какую-то полечку. А ну-ка, давай, попробуем полечку. Опять же, я прошу прощения, значит, тут главный момент и для меня очень важный. Я с детьми, я понимаю, что хочется, знаете, какой-то демонстрации, есть момент урока, а есть момент демонстрации. Но не люблю вот такого вылизывания, что, ну, прямо все, знаете, вот так. Я думаю, что все сидящие коллеги меня здесь поймут и относятся с пониманием, если вдруг что-то там заело или так далее. У нас идет творческий процесс. Мы тут, знаете, с Никитой, вот Никит не даст соврать, мы с этой полечкой много повозились. А как сделать так? А если вот эти мелодические фигурации не вписываются? А ты знаешь, вот импровизаторы, они далеко не все повторяют. Они там что-то могут вообще, я не знаю, убрать. Самое главное, чтобы гармония осталась. И самое главное, чтобы все-таки песенка была узнаваема. Да, Никитка? Правильно? Давай. Допустим, так. И так дальше. А, извините, тут насочинял, Никита, у меня тут дальше продолжение, поэтому... так, ты ошибся. О, субдоминанта, правильно. Дальше. Дальше. Подходит. Вот. Так. И заканчивай. Да. Доминанта у нас. Понятно, да, вот примерно так. То есть вариации у нас там были различные. То есть само понимание того, что что-то можно с этой полечкой сделать. А теперь мы с полечку превращали во что? В марш. И что-то мы так экспериментировали, решили в левую ручку перенести эту тему. Ну, как-то нам показалось, что если в правой руке будут эти аккорды, она будет как-то немножко более маршево звучать. А ну, давай попробуем. Надо поменять. Вот, молодец. И снова в тонику. Так, вот примерно где-то так. Вы понимаете, да, что это, конечно, такой момент начальный. Поэтому я говорю, эта работа классная. Не в смысле классная, в смысле хорошая, а в смысле работа в классе, ну, исключительно интересная, о полезности я уже не говорю. И, как мне кажется, все-таки приводит к определенным результатам.
Теперь, что еще очень важно рассказать детям? Из области тоже как бы теоретически вроде знаний, но примененных на практике уже понятно. Вы все знаете, что когда они учат, ну, мажор, минор, допустим, мы уже все знаем, основные лады, все это понятно, грустно, весело, все понятно. Ну вот когда они начинают учить другие лады, то здесь получается какая-то, опять же, теоретический момент. Я уже не говорю о ладах народной музыки, которые они все выучивают, лидийский, мексолидийский, там подняли четвертую, тут опустили седьмую. Но для детей это все какая-то все равно абстракция. Даже простой гармонический минор, да, вот тоже. Если просто сыграть обычную гамму, которую мы все играем с детьми. Вот, ничего, как правило, восточного, хотя и Никита сразу мне сказал, что-то в этом есть египетское, что-то вот даже вот тут он уже услышал, даже в простой гамме. А тем не менее, вот для детей как-то оно, ну, подняли мы эту седьмую ступень, чего мы это делали, а непонятно. А как только начинаешь объяснять, что ты понимаешь, если ты хочешь что-то в стиле восточной музыки сыграть, то ты должен поднять эту седьмую ступень, повысить, и вот тогда у тебя уже это приобретет восточный отлив. И это хорошо, хорошо ушком тренируется и слышится на песне верблюда. Мы вот тут с Никитой играли песню верблюда, не знаю, как он ее сможет. Ну, попробуем, да? Давай. Вот у меня тут такая себе пустыня, а Никита играет песню верблюда, там есть слова, я иду по пескам, по зыбучим пескам, очень хочется пить, где воды мне добыть. Он использует гармонический минор и использует дважды двойную доминанту. Давай. Да, вот, как раз ты не использовал, и ничего восточного не выйдет, правильно? А теперь используй. Давай. Дважды гармонический минор. Например, я тебе говорю, а теперь обратно пошел. Да. Повтори нотку ля. Можно и так. Где воды мне добыть? Да, кстати говоря, вот на этой простой песенке, в которой очень много пользы в этой простой песенке, потому что мало того, что мы знакомимся с гармоническим минором, да, и понимаем, в чем же оттенок, вот зачем это все делается, то еще и ну, рассказываем заодно, а вот, между прочим, натуральный минор, который мы тоже играем, так он уже тысячу лет как не используется, и если ты хочешь что-то сыграть или потом насочинять в старинном стиле, то ты будешь использовать натуральный минор, или вот те самые лады народной музыки, показываем тоже примеры этих ладов народной музыки, которые вот уже давным-давно не существуют, но вот когда-то были и так далее и тому подобное. То есть есть о чем поговорить с ребенком для того, чтобы расширить его багаж. Итак, песня верблюда. На этой песне верблюда можно ребенку добавлять и добавлять, потому что сказать, что такое восточная музыка, и в ней характерны какие-то украшения, да, или там синкопы. Например, да, вполне можно, когда уже хорошо она уже выучится, то к ней еще можно чего-то добавить. Конечно, лад, который самый популярный детям и самый удобно исполняемый на черных клавишах, но очень трудно играть. Показать удобно, а играть трудно. Поэтому пентатонику мы показываем на белых клавишах. Покажи, Никита, пентатонику на белых клавишах. Что пропускаем? Четвертая и седьмая ступень. А ну, давай. Елена Владимировна делала совершенно фантастическую вещь с маленькими детьми. Она говорила так. Вот мы сейчас, у нас тут будет песня под названием, называется «Восход солнца над рекой Янзы», например. Да, вот она играет там какую-нибудь квинту. Ну, известно, что в китайской музыке вообще нет доминанты. Да, у них только субдоминанта и доминанта. И, то есть субдоминанта и тоника. И вот там играем, там, например, неважно что, там она играет там все какие-то квинты. А ребенок играет что хочет, но без четвертой и седьмой ступени. И получается совершенно китайская, как вы понимаете, музыка. Вот ребенок уже там, если он попадает на эти ноты, мы их там заклеивали, знаете, там делали какие-то метки, чтобы он их не играл. Получается абсолютно китайская музыка. А почему еще важна пентатоника? Потому что она нас приближает к блюзовой гамме, да? Ну, только вот я ее элементы сыграю. Например, почему-то там тоже эти ступени пропускаются, еще добавляются, третья понижена, но мы берем в самом упрощенном ее варианте, как бы используем
потому что, опять же, я не джазист, но что-то добавляю. Ну, в общем, короче, чтобы какие-то элементы ввести джазовой музыки, мы тоже используем такую, пентатоника нам в этом очень помогает. Сейчас Никита нам исполнит. Это уже как бы, да, мое время истекает, поэтому называется на закуску. Вот такое, в таком же роде мы играем и учим все остальные песенки. Значит, мы набираем каких-то песенок, я же говорю, главное, чтобы они пока не выходили за рамки этих трех функций. И работаем таким образом, пытаясь что-то изменить, что-то добавить, что-то убавить и так далее и тому подобное. Сейчас у нас елочки, которые холодно зимой. Мы забыли вам исполнить, кстати, «Мишку с куклой» в классическом варианте, да, Никита? С Альбертьевым басом это обязательно. Во-первых, это пианистам очень удобно, честно говоря. Тут еще такой шкурный интерес, что с этим Альбертьевым басом не так просто сыграть, а тут ребенок еще и потренировал эту вещь. Поехали, елочку. Ну, я пропущу этот этап, когда он играет. Вы понимаете, он уже все знает, там всего две гармонии. И он уже наигрался, он уже знает, какие там будут функции, играет сам. Давай, маленькой елочке холодно зимой. Играем. Китайскую елочку. Помни, что там только тоника и только доминанта, субдоминанта. И берем квинтами, оно как-то больше по-китайски звучит. Да, еще раз повторяем. Да. Дальше. Да. Переносишь ручку. Ля. И вернулся на тонику. Так. И дальше у нас. Опять субдоминанта. Ну, с одной стороны, это как вроде номер из капустника, да, но с другой стороны, вот ребенок уже, я ему просто подсказала, что ну, от соль скучно, потому что и так пропускается в этой песенке четвертая ступень, поэтому мы начали от другой ступени, и получилось вполне по-китайски. Так, ковбойский мы еще не очень выучили, поэтому я аккомпанирую. Ну, он так и сыграл, вот я говорю, смотри-ка, тут тоже пропустишь. Добавишь синкопу и третью ступень, и уже у нас получится ковбойская елочка. Я играю левую руку, мы еще ее выучим. Давай, а ты играешь мне там. Поехали. Там. Эту елочку и выучим. Так, хорошо. Никитка, садись на место, я еще кое-что расскажу. Давайте ему похлопаем. Он молодец. Он слегка испугался, но, в общем-то, молодец. Спасибо большое тебе, ты справился со своей ролью. Значит, смотрите, что касается всяких джазовых элементов, кто был на моих этих лекциях, когда я к вам приезжала, то вы знаете про такие ковбойские вариации, я просто хочу о них напомнить. Потому что вот к этому всему, если мы нанижем какие-то вот эти вот блоки, знаете, когда прибалты, я была на лекции прибалтийские, оттуда несется эта джазовая всякая идея, они там рассказывали про вот эти кирпичики, какие-то блоки, которые, значит, мы складываем эту самую, свои композиции, свои там всякие наработки, импровизации. То какие блоки, нам было непонятно. Они так рассказали, а что такое? Вот у Елены Владимировны есть своя как бы система, когда она берет самые такие простые и банальные вещи, сразу, кстати, в двух тональностях, и в тонике, и в до мажоре, и в ля миноре, и мы просто их выучиваем как такие ковбойские вариации. Ну, кто их слышал, тот уже слышал, а кто не слышал, я их изображу. Значит, на основе вот этой елочки, почему мне так важно, чтобы ребенок этот выучил. Сначала простой вариант. Кадансом, а потом с усложненным и в миноре. Это то же самое, только видите, он выход в ля минор. А потом идут вот эти вот нанизывания. Например, вот та же элемент блюзовой гаммы. Она не сама блюзовая гамма, а ее элемент. Всем известно. Или в миноре. Или там, допустим. Ну, узнаете, да, все эти элементы, которые есть, там, например. Все эти опевают.
названия все вот эти, и с одинаковым каданцем, и получаются такие, знаете, прямо вариации на ковбойскую тему. И дети с большим удовольствием, левую руку, естественно, потом сначала я играю, потом они добавляют. Но, в принципе, они это все умеют делать. Значит, если вот захотите, смотрите, вот у меня тут две... Экран я недаром повесила, потому что у меня две записи. Мне записи. Один ребенок. Ребенок, который пришел ко мне, ну, с руками, называется «Подарок для пианиста». Знаете, когда ребенок, хочется спросить, что ж тебя так скукожило? Вот изначально ребенок заходит в класс, и такой в траве сидел кузнечик. Вот такая девочка, вот так у нее, и лучечки вот такие, вот, и все такое вот скукоженное. Изначально мы еще играть не начали, но вот такое вот уже все вот такое вот. То есть это очень скромный по данным ребенок, она такая же сухонькая осталась, но благодаря своему чрезвычайному трудолюбию и упорству она достигла достаточных вершин. В всяком случае, в этом полугодии она сыграла соль минорный этюд Шопена, си минорный, извините, этюд Шопена, вальс Шопена, это в этой программе, она уже как бы в программе этого шестого своего класса. Ну, то есть, играет трехголосную инвенцию, она играет достойно, но все равно данные есть данные, да, вот вы услышите, мы сейчас тоже с Сонечкой занимаемся, и вот эти вариации, которые я вам показала, сейчас вы увидите, она их пытается нанизать на очень простую композицию Марты Мейер. Все знают эту композиторшу, да, американскую, она есть в интернете, ну, в смысле, есть на ютубе, ее можно там найти, ноты найти, все найти. Она делает простые, как говорят наши джазисты, преджазованную музыку. Она простая, как угол дома, как это говорится. Ее можно выучить от завтрака до обеда. То есть ее можно выучить за один урок и играть на именинах у тети. У меня обычно для этого такие пьески и существуют. Но мы взяли на очень простую ее серединку, потому что она делает, ну, все очень просто. Знаете, там, например, там, так называемый, просто какой-то бас там. И третья часть такая же, ну совсем уже простая такая композиция, которую выучить легко и просто. Но мы с Сонечкой, которая уже выучила эти ковбойские вариации, мы просто попытались, это процесс урока, это никакой не показ. Мы попытались что-то добавить вот из тех вот блоков, потому что этот ребенок, ну, совершенно не тяготеет никакой импровизации и вообще никакому музицированию. Я ее просто подталкиваю к этому моменту. Она просто вот пытается на своем уровне что-то как бы изобразить, добавляя вот в серединку, изменив Марту Мейер, мы убрали ее, а добавили вот то, что там мы уже выучили в этих ковбойских вариациях. Вот, прошу внимания. Соня, значит, вот из этих вот джазовых блочков, да, мы тут что-нибудь комбинируем. Вот и комбинируем. Поехали. Давай. Нет, сначала можешь не играть, просто играть. Та-та-та-там, например. Или другое что-то. Что-то дальше можешь применить. Поехали. Берешь доминанту. Понимаете, вот это у нас был рабочий момент. Мы потом меняли, мы добавляли что-то другое, видоизменяли, комбинировали. Вот это то, что ей пришло в голову, вот первый, на основе того, что она уже умела. Она там, это какой-то такой был легкий эксперимент. Спасибо вам большое за внимание. Если потом вопросы, вот после Сергея Алексеевича, может, зададите, да, чтобы уже не прерывать этого процесса. Но что я сейчас хочу вам показать. Значит, сейчас вот был ребенок, который с очень скромными данными, никак не тяготеющий никакой импровизации. А сейчас я вам хочу показать запись ученика моего класса, который сдает выпускной экзамен. Но он не только мой ученик. Значит, смотрите, он когда ко мне пришел в 5-летнем возрасте, этот самый Семен, он ничего не умел играть, но зато уже импровизировал. Вот как-то у него так умудрялся, знаете, то есть руки не поставлены ничего, но он уже что-то там ищет, что-то находит, уже гармонию, я поняла, о, плохо дело, это, ну, ученик мой, но мне надо что-то ему еще давать, кого-то искать, потому что я этим не занимаюсь на таком уровне, понимаете, потому что с Сонечкой или с ребенком, который вот как-то не очень к этому стремится, его подтолкнуть к какой-то деятельности, это я могу, а если я вижу уже какую-то природу, понимаете, тут я уже, у меня совесть есть все-таки такая чисто педагогическая, и я хочу уже что-то, чтобы он учился у профессионала этого дела. Итак, значит, я почему
почему вот сейчас поставил, потому что сейчас будет Сергей Алексеевич Шуликов вам рассказывать. А дело в том, что он наш общий ученик, потому что я его учила играть на фортепиано, в самом, так сказать, классическом стиле, смысле этого слова, Сергей Алексеевич, а он сначала прошел школу Елены Владимировны, пока был маленьким, а когда подрос, и уже как бы все это уже как-то на какой-то базе, какая-то база у него была, да, Сергей Алексеевич, я так понимаю, что он не на пустом месте совсем, он передала его в замечательные руки Сергея Алексеевича, и он уже его учил, поэтому я показываю фрагмент, это он сдает свой выпускной экзамен, и там большая была классическая программа, там включающая прелюдию фугу Баха, включающая концерт Грига, включающую там сонату Моцарта, ну и так далее, много Шопена и так далее, у него была большая программа, он лауреат у нас конкурсов, ну такой, знаете, мальчик сейчас учится в 10-летке Московской консерватории, вот, а потом в конце, он весь, естественно, концерт я вам показывать не буду, это не в рамках, не в формате сегодняшней встречи, но последние вот его эти 4 номера, если, ну, как бы, может, не надо 4, ну, как хотите, вот он сейчас вам исполнит, вы немножко отдохнете, а потом передадим слово Сергею Алексеевичу. Спасибо вам за внимание, смотрим Семена Бергли.
Ну, вы знаете, вот пример ребенка, которого действительно, вот, что, как это говорится, его прет, он это умеет, у него есть природа, на эту природу, ну, я вам честно скажу, вот если бы не Елена Владимировна и Сергей Алексеевич, то, ну, не то чтобы, это бы все был такой ресторанный вариант, честно вам говоря, потому что все это требует развития. Какая бы ни была у человека природа, это требует развития. И чтобы подытожить как бы свою скромную деятельность, то я могу сказать, что любой ребенок, что меня устроило в методике Елены Владимировны, то, что я вам показывал, что не ждать природу. Никто никогда не знает, на что, во что выльется вот то конкретное развитие, которое, так сказать, мы можем предложить. Это наше дело, нас, взрослых, и в том числе музыкантов, предложить ребенку варианты его развития. Так сказать, а он уже там воспринимает уже по мере своих.